Продажа алкоголя детям и подросткам серьезно ударит по карману торговцев. Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в административный кодекс России. Эти изменения в первую очередь касаются штрафов для недобросовестных продавцов. Теперь одна единственная бутылка пива, проданная несовершеннолетним, обернется для бизнесмена весьма ощутимой финансовой потерей. Если раньше штраф для физических лиц составлял от 3 до 5 тысяч рублей, то теперь придется выложить от 30 до 50. Должностные лица будут наказаны на 100-200 тысяч вместо прежних 10-20. Ну а пойманное с поличным юрлицо заплатит от 300 тысяч до 500 000 рублей. По старым расценкам штраф для них составлял от 80 до 100 тысяч. Официально документ пока не опубликован, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Через 10 дней после опубликования изменения вступят в законную силу.